Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Ну вот смотрите, такими хитростными способами, которые я потом скажу позднее, я вот снимаю закат. Еще один закат, но потом я очень хочу вам показать всю ночь. Ну, ночь как бы по времени это ночь, но, естественно, ночи не будет, темноты не будет. Мы темноту и звездочки увидим, наверное, первые звезды, наверное, в конце июля только появятся на небе. А сейчас вот такой вот закатик очередной. Вот там вот солнышко, видите, там вот оно уже присаживается. Ну, оно еще не село, так слегка присаживается. И, конечно, тучки идут. Тучки идут с севера. Вот видите, на огороде ничегошеньки нет. Теплицы тоже. Одна только высажена, вторая еще не высажена. Вот, смотрите, на этой стороне, да, тоже вот интересно. Тоже что-то там красненьким отсвечивается. Ну, так вот, интересно, прикольно. Вот, хочу я, конечно, эту белую ночь встретить вместе с вами. Вот, потому что давно-давно я их еще не встречала. А сейчас, смотрите, интересно, солнце чуть ниже село. И прям, смотрите, такое красненькие тучки стали такие. А эти, ну, вообще так красиво, правда же, вот этот переход красок, тучек. И обратите внимание, какие у нас все-таки низкие тучи. А я, видите, вот когда приехала на север, вот первым было впечатление то, что здесь очень низкие тучи. Вот именно. А вот смотрите, комарики вот готовятся к сезону, чтобы нас кушать. Ох, камашки, камашки. Здравствуй, новый день. Суббота, 5 июня. Какой же ты будешь? Вот, ребята, смотрите. Сейчас только начался новый день. Вот как мы его встречаем на севере. Светло, хорошо. Поют птицы, слышите? Тут, конечно, комары им здесь раздоля, потому что воды полно. Если я смогу, проснусь в 2 часа, когда всходит солнце, уже когда оно всходит конкретно, сейчас пока он там прячется немножко за горизонтом, ну как не за горизонтом, за лесом, если я смогу, я сниму, когда оно будет подниматься там. Смотрите, как солнышко отсвечивает на тучке западной стороны. Оно-то уже пошло вот туда, вот в ту сторону. Оно там. А вот на тучке отсвечивает. Видите? Это вот то, что тоже... Ну, даже мы этого не видим, потому что мы в лесу, вокруг лес. Это говорит о том, что солнце не садится. Оно просто стоит на горизонте. Видите, вот тучки отсвечиваются. Вот. И там вот маленько отсвечивается, а солнышко где-то там, за нашей баней. Друзья, время 1:00 ночи. Ну что ж, смотрим. Видите, как светло. И это 1:00 ночи. Да? Вообще. Это еще, представьте, это еще как бы темновато, потому что на небе тучки. Ну знаете, что вот будет... Обидно. Смотрите, туч полно. Вот они еще оттуда вот там тянутся. С запада. Вот если вот они возьмут и нам перекроют солнышко, когда оно будет подниматься. Ну, надеюсь, может, и не перекроют. Ну что ж, ждем вместе с вами рассвета. Друзья, решила вам снять сейчас почти 1:00 ночи. Вот смотрите, правда классно. Но с другой стороны. Видно? У меня идет пар изо рта. Короче, на улице -1. Вот в эти моменты, когда так на улице, в июне месяце на севере, я думаю, господи, что я здесь делаю? Ведь люди где-то кушают клубнику, загорают. А у нас -1. Пар изо рта идет.
Так, смотрим время. Видите? 0:30. Хотя, с другой стороны, ну, все равно же будет тепло. Мы его так ждем. Ничего не растет. Грядки пустые. Картошка не сходит. Природа терпит. Но знаете почему? А вот смотрите. Видно, нет? Надеюсь, видно. Рябина зацветает. Но все равно красиво. Вот час ночи. Вот смотрите. На сеннике лед на крыше. А птички поют. Все тепло зовут. А тепло где-то ходит. Ну вот, друзья, время 3 часа ночи. Все, солнце уже там уже есть его отблески, просто его не видно сейчас. Видите, с тучками за лесом, но поверьте, оно уже пошло. И смотрим время. 3 часа. Вот и все. Вот такая белая ночь. Друзья, спасибо вам за просмотр. Всем добра и всем удачного дня. Пока-пока.